Так, дорогие друзья, мне написали, что в принципе каждый раз, когда я буду делать что-то новое, все равно, даже повторяясь, все равно какие-то будут элементы. Поэтому и предложена была вещь такая, более сложная, допустим, для постройки из кубиков, это мышь. Да, мышь у нас круглая такая вся. Поэтому, ну, я с удовольствием это перенял. Почему? Потому что мне самому стало интересно. Я поставил здесь шорт-код, то есть вы будете теперь видеть в левом углу у меня, вы будете теперь видеть, какие кнопки нажимаю, правую, левую или же среднюю мышь, да, и там же будут какие-то сокращения. Допустим, если я нажимаю S, появляется S, да, это очень удобно, два раза S, да, великолепно. Ну что ж, начнем тогда, пожалуй. Так, выделили. И сделаем следующее. Ну, примерно я думаю, что нам нужно будет это дело S, и по X немножко сжать. Я бы такой, знаете, чтобы сжал теперь уже. Как бы она конусовидная такая у нас должна быть, да? Поэтому перейдем сейчас в Tab, перейдем в режим редактирования точек и выделим вот эти точки и тоже скажем, что S по X вот так ее сожмем. Хорошо. Теперь переключимся на вот этот выбор полигонов. Вот он у нас выбран, да? Теперь E. Выдвинули. Так. Тоже сейчас мы их сожмем. Е. С. И по иксу. Вот так. Окей. И вот эти две точки, я думаю, что надо будет опустить, потому что я хочу как бы в разных ее ипостасях мышь поворачивать, голову во всяком случае, поэтому SZ, нет, не SG, Z, вот так, хорошо. Так, переключимся сюда, еще возьмем тоже E и по странно, цвет как-то поменялся. Ну да ладно. Вот так. И переключившись сюда, взяв вот эту точку и эту точку, я, наверное, их немножко опущу. Ну, вообще мышь такая вещь горбатая, я вам скажу, да, поэтому как бы вот это тоже бы надо опустить, мне кажется. Нет. Вот, вот теперь получилась тушка мыши, хорошо. Угу. Вот она тушка эта, да. Давайте посмотрим сверху. Вообще надо заходить сверху, конечно. Видите, у меня немножко сдвинулось. Г. Вот так, теперь нормально. Нет, тоже еще не нормально. Г по иксу. Ну вот, ладно. Так, корпус есть. Ага. Теперь давайте попробуем сделать морду лица. Ну, для этого мы возьмем какой-нибудь кубик, вот такой. Так, выдвинем его сюда и начнем с ним что-нибудь делать такое. Ну, по первости давайте мы это уменьшим, вот так, допустим, да.
Потом включим прозрачность, выделим вот эти точки и теперь скалируем по Y. Вот так, я думаю. Так должно быть. Так. Смотрим сюда. Ну, конечно же, вот это нам тоже надо выдвинуть. Вернее, это выделить. И можно будет подвинуть по иксу. О! Интересно получилось. По иксу. В чем проблема? Объект. Так, мы можем сразу и объект тянуть, в общем-то. Так, давайте S. А почему она две выделяет? Мне надо всего лишь одну. Ага, она почему-то решила, что это теперь у нас как бы вместе мы создали. Да, мы не должны были вместе создавать. Так что давайте-ка мы вернемся. Так, скинем выделение. И в объект модусе скинем тоже выделение. И скажем, давай-ка нам кубик. Вот, теперь у нас два кубика, все правильно. А то у нас там слеплялось. Я так думаю, что в этом есть смысл, но мне пока это не нужно. Итак. S чуть поменьше, потом по X, вот так, я думаю. Так, и теперь сдвинем сюда, допустим, да, и начнем формировать морду лица, да. Но это лучше уже делать, наверное, в самом редакторе. Выделим нижние и начнем их сжимать по Y. Вот так в острую морду будем делать сейчас. Так, теперь попробуем ее сжать еще по X. Вот так. Вот так. Хорошо. Я думаю, что слишком большая получается. Но это мы потом подгоним, пока вот достаточно вот так выделить и еще раз нажать S, Y и вот так чуть-чуть, да? Вот так. Хорошо. Здесь можем чуть-чуть поднять по Z. Ну и теперь мне надо сделать нос. Самое простое, я думаю, мы можем в объектов это дело скопировать. Ctrl-D. Вот оно скопировалось. Мы его сдвигаем G по Z и уменьшаем, насколько это нам покажется нужным. Вот так. Подводим ее, опа, подводим ее тоже по зету сюда. Смотрим в окошко сбоку. Так. Ага. Мы видим, что она не на месте, поэтому двигаем ее на место. Так. Теперь троечку, да. Троечку и тоже уменьшаем теперь со всех сторон. Так, но я бы предложил пойти в режим редактирования, там выделить вот эти две точки, подвинуть их. Так. Нажал однерку, она подвинулась на однерку.
Так, подождите, ребята. Давайте мы в этот зайдем режим, да? И вот теперь-то мы и начнем ее двигать, как нам нужно. Ну, вот так я хочу, чтобы она чуть-чуть выделялась. То есть нос что-то не так, кажется, он должен быть. Так, троечку. Ага, нарушили, конечно. Г по Y. Так. И теперь поднимем ее. Объект. Давайте ее поднимем. Ну, скажем вот так. Допустим, на первых порах. Теперь необходимо сделать ухи. Так, ну тут я наерундил, конечно, хорошо, поэтому назад, все назад, ребята. Так. Г по Z. Так. Угу. Г по Z. И здесь выделим тоже по Z. Ну, вот так. Единственное, что еще по иксу я бы ее увеличил. А нет, все-таки. Да. Пусть будет такая. Хорошо. Есть. Далее нам надо глаза пуговки сделать. Ну, это как бы просто, да? Глаза пуговки меня больше волнуют ухи. Ну, давайте сначала сделаем. В объекты зайдем, возьмем, нет, возьмем А и возьмем кругленькую, не в циркль, а мы возьмем сначала цилиндр. Вот я предлагаю сначала цилиндр взять, так, перевернуть его, 90 написать, 90 градусов, хорошо. Теперь мы начинаем S и уменьшать. Так, перейдем на единицу, вернее на тройку в этот раз. Так, и подвинем наверх, наверное, по Z. Так. Угу. Большевато. Чуть-чуть уменьшим. Так. Вот так уменьшим. Угу. И сдвинем G по Y. Вот так. Так, далее вспомним, как нам это продублировать. Смотрим. Во-первых, надо выдвинуть, да? Выдвинуть Г по X. Вот так. Так. Далее мы пойдем опять в редактор. Выделим вот это. Скажем, Е, наверное, это экструд. Нет, так нам не надо. Подождите, нам надо инер. Стоп, стоп, стоп. Вот этот, внутрь который. Какая у нее клавиша? А, И. Понятно. Логично. Вот так. Сейчас сделаем вот так. И теперь Е. По Z. Странно. Ну ладно. Вообще немножко странно, конечно, как-то по Z. Хотя это по X было. Хорошо. Так. И теперь, чтобы у нас это не слиплось,
Что-то мне не нравится наш нос. Подождите. Нос мне как-то не нравится. Нос какой-то он дебильноватый. Так, хорошо. Теперь нам надо будет вспомнить, как мы это... Во-первых, надо пойти в объект и сказать, что у нас вот этот... Опля! Подождите. Сначала мы пойдем в этот... Бум-бум-бум. Куда пойдем? В троечку пойдем. Вот в троечку пошли. Так, и этот курсор наш 3D поставим его вот сюда. И вот теперь мы пойдем в объект и скажем, что, ребята, нам надо вот это сделать, чтобы переместился центр вот сюда. А вот этого, ой, блин. Так, вот так, да, хорошо. Ну, так, вот, подождите, надо нам это более точно выставить, вот так, вот, хорошо теперь. Так, теперь мы его выделяем и говорим, что нам объект надо сделать вот сюда. Курсору. Вот, видите, вот эта точка вышла вот сюда. Теперь мы пойдем в эту самую ADD Modifier и найдем Mirror. Вот оно. И говорим по Y. А X уберем. Так. Ну, вроде замечательно все. Единственное, что я бы такой нажал и передвинул их немножко вот сюда. Все-таки так. Есть. И далее. Вот нравится мне, что из этого сразу выскакивает в нужно на при нажатии. Вот видите, это колесико, он выскакивает в нужный режим, то есть где можно все выглядывать. В том же самом синеме я должен был перескакивать из окна в окно. Ну, там, наверное, кнопки были, но я как-то в синеме это дело проигнорил. Так, теперь мы сделаем глаза бусинки. Глаза бусинки. Пойдем тоже сюда. И возьмем кругленькое что-то, да? Ну, конечно же, сразу же уменьшим его. Глаза пуговки. На выкате они должны быть. Так. Теперь пойдем в троечку, чтобы нам легче было. И G по X. Ребята, нет. Я хотел G все-таки. Да, нажать вот G теперь по Y все-таки. И скалировать. Ну, елки-палки. Что же я не нажал-то ее? Так. Теперь сюда сдвигаем. Еще раз скалируем. Сдвигаем. Так. Отлично. Я тоже хочу это дело продублировать. Ну, то есть я опять же пойду в объект. В объект. Я у нас вот оно. Обращать внимание на точку в самом шаре. Она должна передвинуть туда в 3D курсор. Вот она. Передвинулась. И теперь все просто. Mirror по Y. Все. Но мы видим, что у нас тут маленький косячок есть. Сдвинем сейчас вот так. Пускай она у нас будет немножко даже такая
чудаковато. Глаза в кучу, да? Пускай будет. Ну так, интересно. Ладно. Теперь самое сложное. Я вот думаю, что, ну да, треугольник хорошо, но не поставить ли сюда кружок? Ну нет, оставлю я треугольник. Так, вот теперь самое интересное. Нам надо попробовать сделать ухи. Из чего сделать ухи? Они же не вот такие лопоухи, да? Поэтому нам надо такие лопоухи сделать. Ну-ка. Давайте возьмем сейчас. Что мы возьмем? Да, мы возьмем также. Возьмем куб. Так. Сразу же уменьшаем, как нам надо. Ну, допустим, вот так. Ухи у нее большие. Попробуем так сделать. Так. Угу. Теперь джин поднимаем наверх. Так. И здесь попробуем сделать так. Ну-ка, смотрите. Мы пойдем в редактирование через Tab, да? Вот. И сделаем следующее. Нам нужен треугольник, по сути дела. Поэтому сейчас выделим, вот так мы выделим select box, вот эти выделим, и давайте мы их удалим. Что будет? Delete vertex. О, ну да, здорово получилось, нечего сказать. Ага. Нет, давайте-ка мы их лучше сейчас отрежем. Вот. Ножик используем, да? То есть ножик у нас вот он. И нам нужен вот этот ножик, который делит ее по всему. Так, так, так. Отручка. И режем. Вот так. Что он говорит? Ну, что надо выделить это все, да? Странно. Сейчас я разберусь с этим ножом. Как отрезать так, чтобы получилось такое в виде уха. В принципе, можем не заморачиваться с ним, конечно. А сделать вот так. Не, но все равно это будет треугольник. Ну давайте пробуем треугольник. Ладно. Вот так. Пойдем в тройку. Пойдем в G. И начнем вот ее вот так вот как-то делать. Как-то вот так, да? Причем это было у нас по игреку. Так, хорошо. Далее снимаем выделение и крутим ее. Так, можем ее крутить. Интересно. Как мы ее выделим? Объект мод. Давайте мы ее покрутим. Допустим, вот так и вот так. Что
что-то она не ахти как похожа на ухо. Ну ничего, мы сейчас все это, мы это сейчас все поправим. Ну, придумаем ухо и правильно, мышиное ухо. Так, это на таксу похоже. Вот так можно, наверное, сделать. Так. Единственное, что S по X. Вот такое. Такое ухо. Так. Угу. Допустим, допустим. Пока, пока еще, знаете, мы все допускаем с вами. Так. G. Г. И еще теперь Ctrl Shift D. Так. По X сюда. А, нет. Извиняюсь. По Y должно. Двигать. Так. И раскрутить ее на 90 градусов. Вот. Давайте пойдем в этот, в троечку. В троечке будет нам легче. Так. Теперь, да. Так, это сделаем вот так. Г. Так. Так. И назад задвинем, да? Г по иксу. Сюда. Сверху посмотрим. Семерка. Да. Г. По иксу. Ну вот так. Давайте глянем. Так. Как-то бы. Ну, сейчас посмотрим. Может быть. В редактировании в модусе попробовать, так, где троечка у нас, вот он троечка, попробовать изменить ухо таким образом. Так, ну-ка. Я уберу. Так, и посмотрим. Как-то бы я покрасивее чуть-чуть сделать. Это сложная задача из треугольников и из прочей ерунды сделать какое-то ухо. Тут можно было бы, конечно, круглую сделать. Так, ну-ка. Давайте попробуем. Если взять, допустим, круглое, цилиндр взять, его сюда наклонить, R.
и маленькое сделать. Но тогда он будет похож на Микки Мауса, мне кажется. Ну ладно, попытка не пытка. Пропуска не пытка. Так, скалировать. Мне кажется, так оно будет больше похоже. Потом по и скалировать по X. Вот так. Так. Давайте посмотрим теперь. Да, мне кажется, так оно все-таки более лучше смотрится, чем с этими ушами от таксы. Давайте сделаем. Так, сейчас мы пойдем опять в троечку и попробуем их вот так поднять. Вот так ухи сделать так. А эти дела все мы можем опустить. Вот так, да, вот так оно будет более-менее смотреться уже лучше, так? Теперь мы идем единичку сюда, и, конечно, уши у нас потоньше будут, это S по X, вот так. Опять переключаемся в режим тройки. Так. Я вот смотрю просто, как лучше сделать. Выдвинуть их сюда. Но нет, они ж вот так, я думаю, вот так. Теперь опять троечку. Возьмем курсор. Этот. Переставим его вот сюда. Я хочу про дублировать это дело. Не, ну так вот издалека уже начинает быть похоже, да? Хорошо. Может быть, лоб поменьше сделать. Ну, это мы сейчас посмотрим. Сначала мы поставим ухи. Для этого помните, что мы должны в объект пойти и нажать вот этот. Вот, точка переместилась сюда. Здесь mirror. Так. И по Y. Вот. Вот. Вот так она будет гораздо лучше смотреться. Я смотрю сейчас. Давайте попробуем. То есть выделим. Нет. Нужно выделить вот эту часть. Потом зайти в редактирование и попробовать вот с этими поиграть. Я включу сейчас прозрачность, чтобы выделить сразу вот эти точки. И попробовать ими руководить по Y сначала. Ну вот так, допустим, да? Хорошо. Да. И может быть по еще, вернее, движение это G по вниз немножко их. Вот так. Вот. Теперь мы можем их выбрать все. А как выбирается все? Ну-ка. Объект модус. Через Shift. И сделать немножко крупнее S. Так, допустим, да? Хорошо. Ну и мы можем теперь это все. Только вот это. Сдвинуть G вот сюда. А зря я ее увеличил. Она была нормальная. Хотя, если это мышка. Вот так, допустим, да? S. Сейчас мы немножечко уменьшим обратно. Так, хорошо. А, знаете, что я еще забыл?
Мне надо сделать усы. Давайте сделаем. Мы же помним, как это делается. Также. Давайте будем делать усы. Ты мыши делать будем усы. Делать их надо с помощью вот этого инструмента. Так. То есть мы сейчас пойдем опять же в троечку, возьмем вот это и сделаем теперь вот такой загнутый ус. Прекрасно. Enter нажимаем. Теперь нам надо это дело выделить. Так, вот последовательность. Я должен это превратить в mesh, по-моему. Конверт mesh. Так. И теперь она не стала курвой. Зараза такая, она не стала курвой. Сейчас пойду вспомню, ребята. Я тоже не семь пядей во лбу. Я делал это, да, теперь надо пойти вспомнить. Сейчас отключусь.